Нашла. Снимаются маски и голограммы. Фантом предстает перед тобой в первозданном виде согласно своему эфирному коду ДНК. У него воронка на голове. Затягивает наверх. Воронка. Хорошо. Как труба. Мы вместе с ней будем поднимать его? Да. Защищаем его физический биоробот защитным потоком из чистых энергий Абсолюта. Берем Сергея в защитный скафандр на время работы с тонкими телами. И вместе с тонкой копией Сергея поднимайся в комнату диагностики. 1, 2, 3. Пошел подъем. От нее даже звук идет от этой воронки. Ее затягивает мне. Мы на месте. Отлично. Мы приветствуем Сергея. Он меня слышит? Да. Хорошо. Мы спрашиваем его разрешения на диагностику и чистку. Дает ли он нам? Дает. Хорошо. Так, посмотри на эту воронку. Ее надо отключать в чип. Там есть еще какие-то конвекторы наверняка, да? Я не знаю. Я пока только воронку вижу. Хорошо. Я даю команду. Силой моего намерения эта воронка отключается полностью до последнего чипа датчика, импланта и конвектора. И силой моего намерения выходит из биополя Сергея и отправляется в клетку-тюрьму. Да будет так, а так и есть. Да, готово. Я даю команду на счет 3. Сканер сканирует пространство над головой Сергея под ногами. 360 градусов вокруг него. Сканер сканирует все 7 тонких тел Сергея. Находит все. У него демон есть. Руки, ноги дергает. Сергей от него отбивается. Суккуб. Дракон. Какой? Синий. И ящер к воронке притянулся. Все. И ящер. Хорошо, ящер. Считай цифру демона над головой. 12. Считай цифру ящера над головой. 804. И у синего дракона считай цифры над головой. 32-18. Хорошо. Начинаем с реверса энергии. В процессе реверса я буду задавать вопросы. Если кто-то меня обманет, я его просто сожгу. Все. Я даю команду тонкой копии Сергея спроецировать все энергетические сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродные негативные патогены низкой вибрационной энергии в его биополе. 1, 2, 3. Каналы выстроились, в сущности каждый подходит к своему каналу. Я даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной патогенной низкой вибрационной энергии, откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам, чужеродная по отношению к Сергею. Хорошо. Сколько ты находился в биополе, синий дракон? 4 года. Где стоят твои платы? Сердце. Как ты воздействовал на сердце? Холодное сердце, нет там пожара. Расчетливое. И о чем это говорит нам? Усиливал. То есть ты нашел чистоту, которая тебе подходит. Это холодное сердце, я правильно понимаю? Да. Хорошо, 4 года ты сидел. Переходим к суккубу. Сколько ты находился в биополе, суккуб? Сейчас, секунду. Дракон показывает, что холодное, это значит, что у него нет перепадов с эмоциями. Он просчитывает, думает и так реагирует. Он не прыгает в эмоциях. Вот это он имеет в виду. Ну, в принципе, если человек не прыгает в эмоциях, если они, конечно, не низкие, в этом ничего плохого нет. Когда он умеет держать свои чувства под контролем. Поэтому мне не совсем понятно, что именно ты нашел, что откликнулось, какая чистота. Или ты просто по беспределу зашел, потому что тебе захотелось, дракон синий. Нет, именно расчет мне понравился. На расчет. Хорошо, оставим это. Да, сердце должно чувствовать, эмоционировать, расстраиваться. Хорошо. А у него расчет. Я услышал тебя. Переходим к суккубу. Суккуб, сколько ты находился в биополе? 12 лет. 12 лет. И почему так долго вы дружили? Я не понимаю. Объясни мне, что тебя так притягивало. 12 лет целых. Она синхронизирована с ним. Я это понял. За 12 лет это не вопрос. Меня интересует, что притянуло суккуба. Тебя интересует и его интересовало. Я сейчас не совсем понимаю, что меня интересует и что его интересовало. Когда интересует, я прихожу и показываю.
Я понимаю, речь идет не о чтении книг и музыки, и философских размышлений. Не так ли? Нет, сексуальный опыт. Хорошо, все понятно. Идем дальше. 12 лет. Демон, почему ты нападал на человека? Кто тебе вообще давал право на него нападать? Объясни мне, что там такое случилось, что ты почувствовал свою безнаказанность? Какую безнаказанность? Жить невозможно стало. Перекрыли все границы. А, ты имеешь в виду из-за того, что мы квартиру почистили? А как же? Энергия давит, и я давлю. Понятно. То есть, таким образом ты хотел, чтобы мы вытащили? Дергаю его. Чтобы мы вытащили тебя? Понятно. Ладно, хорошо. Давай тогда по делу сразу. Сколько хорошо, что он услышал. Ну, понятно. Услышал. Он может... Тяжело было дышать от твоего воздействия. Скажи мне, сколько ты находился в его биополе? 5 лет. 5 лет. Лярвы есть в биополе? Да. Хочешь их получить от меня? Да. Хорошо. Тогда будешь ждать того момента, когда я скажу, и после этого я тебе дам отдельную команду. И у нас... Посмотри, как с реверсом, Вера. Закончился. В накидку все ушло, в эту воронку, вернее? Да, ушло. Отлично. Установили фильтры с золотой сеточкой на все каналы. И в порядке реверса Сергей забирает все чистые, светлые, божественные энергии. 1, 2, 3. Обратно пошли энергии божественные и чистые. Но оттуда уверенность идет, спокойствие, баланс. Угу. Уверенность, спокойствие и баланс. Понятно. Итак, Ящер, сколько ты находишься в этом биополе? 1,5 года. 1,5 года. А что это ты установил в нем за эту воронку такую? На каком основании? У тебя есть с ним контракт? Он тебе разрешал это делать? Нету контракта, не разрешал. Он показывает. Воронки не было сначала. То есть это был какой-то круг в области третьего глаза. Потом этот круг стал наслаиваться. А еще в один круг. И вот так вверх закручивалась воронка, и она с разными вибрациями работала, то очень сильно, то успокаивалась. А что дело, дало тебе основание войти в ее биополе и установить свою подключку 1,5 года назад? Энергии. Банальная откачка энергии. Сколько процентов энергии ты воровал? В зависимости от того, насколько... Максимально. Вибрации воронки подключались. Когда какие-то... он воронку включал на полную, у Сергея в голове вот как от трубы такой гул был, и он должен был слышать это. И сколько это процентов? Вот ветер. Да. Звон в ушах. В процентном соотношении сколько это энергии ты у него забирал? 40. А максимально? 80. 80. Ящер. Это но уже... это было как... Резко чувствовал человек усталость. Ну вот он ее постоянно чувствует. Хорошо, как у нас с реверсом? Посмотри, пожалуйста. Закончился. Хорошо, синий дракон, выходи, отключайся полностью, вытаскивай все свои платы, ничего не забывай, возвращайся назад в клетку-тюрьму. Приступай. Готов. Хорошо, суккуб, выходи. Отключайся полностью, ничего не забывай, снимай свои ленточки, ошейники, что у тебя там, что он установил, Вера, посмотри. Весь набор у него от шеи вниз, он вообще весь как переплетен какими-то полосками. 12 лет. Ремнями. Потихоньку добавлял. Свои энергии? Вот эти полоски. А, тяжесть. Вот. С годами тяжесть на нем образовывалась, но он ее не чувствовал, потому что он постепенно это делал. Готово. Хорошо. Давай, демон, выходи. Вытаскивай все, что ты оставил в его биополе, и доложи мне на месте, что ты все снял. Приступай. В ногах что у нас там? Качели? У него веревки привязаны к запястьям и к ногам тоже. Как гири там, он очень сильно дергал. А что ощущал человек, демон, в этот момент, когда ты очень сильно дергал? Чувствовал толчки, он дергал назад. Он как упирался. А когда ящер включал воронку, так и уже и сил не было упираться. Он говорит, я вот расскажу тебе. Давай. Дракон говорит, что у него расчетливый ум и холодное сердце, а я вот другое тебе скажу.
Есть там и другая сторона, которую он хранит и никому не рассказывает. Вот на этом легко играть и дергать за веревки. То есть ты видишь ее, эту сторону, да, которую он спрятал от всех? Двуличие. Двуличие, понятно. Ну что ж, Димон. Двалика. Я понял. Вот так оно все проявляется, все видно. Демону нечего сказать в этом отношении, он зашел на свою чистоту. Все снял? Да. Хорошо, скажи мне, где лярвы находятся в его биополе, демон? Низ живота. Еще где? И грудь. Там, где платы дракона в сердце стояли, да? Нет. Ящер, точно. Нет, это между... Где горло? Горло и ниже. Это его переживания, которые... Как раз он хранит в себе, собрались там. Все несмотря понятно. Что он показывает расчет и холодность, внутри он хранит переживания. Они и скопились лярвы. Понятно, демон. Разрешайте эти лярвы забрать. Приступай. Ничего не забывай. Готово. Хорошо. Идем дальше. У нас ящер. Даю команду сканеру. Сканер сканирует сейчас Сергея на чистоте ящера и этой воронки и выводит все необнаруженные чипы, датчики, импланты, конвекторы, подключки, если таковые есть, а также энергии. Все это выходит и формируется в шар перед Сергеем. Пошло сканирование. Ему думать тяжело было. Он напрягался, но не мог дальше думать, чтобы простроить мысль какую-то до конца. Ну как ты сможешь? 80%, когда у тебя забирают от 40 до 80 постоянно. Там шансов нет. Готов. Отлично, хорошо, все вытащила, отправляя в эту же клетку, где находится воронка. Все летит туда. Даю команду на рассинхронизации Сергея с этой воронкой, с ящером, с демоном, с суккубом и синим драконом на счет 3. 1, 2, 3. Пошла рассинхронизация до 100%. Демон рад рассинхронизации. Ну, конечно. Он же уйти не может. Он найдет себе кандидата получше. Не сомневаюсь даже. Демон, тебя интересует эмоциональный фантом? А как же? Ну, хорошо, дождись очереди. Потом дам тебе его в дорогу. Готово. Включая внутренний белосвет Сергея. Этим внутренним белосветом Сергей выдавливает из себя все негативные патогены низкой вибрационной энергии, находясь на частотах интерферентов и их подключек. 1, 2, 3. Свет пошел. Выдавливаются эти энергии и формируются в шар. Шар небольшой вышел. Почти все убрали. Открывается под шаром портал в галактическое ядро. Шар уходит на переработку, закрывая, опечатывая, растворяй. Даю команду сканеру на контрольную проверку. Пошла контрольная проверка. Чисто. Выходит эмоциональный фантом Сергея и проецирует все негативные программы, негативные мысли, формы, а также все низкие вибрационные эмоциональные энергии. Им же сгенерированная проецируется на его эмоциональном фантоме. У него много всего и усталость от какого-то хранения всех этих эмоций. Все это вышло? Да. Отлично. Сергей, вы готовы расстаться с этими энергиями? Да, с удовольствием расстаются. Хорошо, сворачивай энергии в шар. Демон, забираешь? Забираю, он говорит, видишь, вот про это я и говорил, все внутри держит. Отправляю шар демону. Дал ценную информацию. Готов. Хорошо, демон, готов уходить? Да. Открывается внизу портал против часовой стрелки на чистоте демона. 1, 2, 3. Демон забирает все, что он с собой принес, и уходит на свою чистоту. Закрывая, печатывая, растворяя. Готов. Хорошо. Суккуб, готов уходить? Готов. Открывается внизу портал против часовой стрелки на чистоте суккуба. 1, 2, 3. И суккуб забирает все, что он с собой принес, и уходит на свою чистоту. Закрывая, печатывая, растворяя. Есть. Синий дракон, я хочу получить от тебя слово синего дракона, что ты больше никогда не войдешь в это биополе. Даю слово. Готов уходить? Готов. Открывается наверху портал против часовой стрелки на чистоте синего дракона. 1, 2, 3. И синий дракон забирает все, что с собой принес, и уходит на свою чистоту. Закрывая, печатывая, растворяй. Готово. Хорошо. Я прошу Ли выйти со мной на связь. Приветствую. Приветствую, Ли. Долго не виделись, не слышались. У нас ящер, посмотри, пожалуйста, 1,5 года сидел с воронкой, от 40 до 80% энергии забирал. Как скажешь. Любитель воронок, забираем.
Смотрим, где еще установил воронку уничтожить. Хорошо, благодарю тебя. Открывается под воронкой портал в галактическое ядро 1, 2, 3. И эта воронка вместе с этими выведенными энергиями, чипами и датчиками уходит на переработку. Закрывай, печатай, растворяй. Готово. Хорошо, клетка пустая, посмотри, пожалуйста. Пока уводят ящер. Готово. Отлично. Посмотри, клетка еще что-то осталось у нас? Нет, пустая. Пустая. Хорошо, поехали по частотам. Хорошо, эмоциональные фантомы убрали. Переходим к закачке энергии и подъему вибрации. Посмотри, сколько энергии нужно Сергею и какая частота вибрации будет ему максимально комфортно. 427. Начитри в макушку головы Сергея, начиная поступать 7 высоковибрационных потоков по 400% каждый. 1, 2, 3 потоки пошли. Наполняют, усиливают. Все необходимые ему цвета начинают поступать. Мощность потоков усиливается. Частота вибрации поднимается до 27 Гц. Пошел подъем. Готово. Синхронизируется энергия, вибрация гармонизируется, распределяется, усваивается наилучшим образом. 1, 2, 3. У него, знаешь, напряжение было на нижние чакры. Он что-то очень сильно старается, а ему надо расслабиться, потому что своим напряжением он забыл про все остальные верхние чакры. Они как без внимания были. Не скажу, что пустые, но они были не активированы у него. Ему нужно думать о всех чакрах, не только об одной. Понятно. Сейчас активировано. Да, у него гармонично сейчас энергия течет. Хорошо. Значит, 3 запускаем процесс активации, идентификации души. 1, 2, 3. Пошел процесс. Он ангел. Ангельская душа. Отлично. От него такие переливы идут сейчас вибрационные. Хорошо. Он сам себя узнает. Если куратор хочет сейчас прийти поприветствовать его, мы приглашаем его. Подожди, я такой его вижу сейчас. У него энергии по всем чакрам идут, он понимает, как важно энергии во всех чакрах иметь. А он сосредотачивался только на нижних трех. Сгармонизируй его еще раз, из него такие потоки повсюду идут. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наилучшим образом. 1, 2, 3. Готово. Пусть тонкая копия Сергея вспомнит самый счастливый момент жизни и даст нам числовое значение. Он говорит, это и есть самый счастливый момент моей жизни, моя душа. Счастлива, я знаю, кто я. Но подождите, в теле человека я бы сказал 650. Хорошо. И поднимаем уровень эмоционального состояния тонкой копии Сергея до числового значения 650 Гц. Пошел подъем. Музыка. Ему нужна музыка обязательно. Музыка как гармония для него. Вообще у него все вибрации как музыка, потоки такие идут, волны. Готово. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. 1, 2, 3. Хорошо. Мы приглашали, если куратор есть желание, он может прийти поприветствовать. Если нет, друг, вернее, тогда в другой раз. Сергей, как вы себя чувствуете после чистки? Здесь нужно не желание, а намерение. У него намерение. Пока нет его. Он пока на себя взор обращает. Он сильный стал. То есть его вот эти вибрации, они сгармонизировались сейчас с музыкой. И очертания видно. И мощь крылья. Такая рассудительность, уверенность внутри. Когда будет намерение, пусть Сергей обратится, мы сделаем обязательно ему встречу с куратором. Как вы себя чувствуете, Сергей, после чистки? Он не может описать. Он Хорошо. Говорит, что столько разных, много эмоций сразу внутри, и они создают внутри какой-то стержень, какой-то гармоничный и счастливый, и уверенный. То есть он стопроцентный, вот как он говорит. Отлично. Хорошо. Будем возвращать вас назад в вашу систему биоробот-душа, чтобы все эти энергии перешли на физический план. И для усвоения энергии вибрации возвращаем тонкую копию Сергея в систему биоробот-душа.
заводим, подключаем его к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация, гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. И отключайся от объекта и поднимайся в комнату диагностики. Пошел, пойдем.